Решил капитан найти себе тёлку, которую знает морские команды. Привёл он первую и говорит: «Расстелить коврик!» Она берёт и расстилает коврик. Он: «Пошла вон отсюда!» Привёл вторую и говорит: «Расстелить коврик!» Она берёт и ложится. Он: «Поднять паруса!» Она берёт и ноги раздвигает. Он: «Отдать швартовы!» Она берет, расстегивает его ширинку, достает его достоинство и засовывает себе в то самое место. Жарит он ее, значит, и говорит: «Шторм 2 балла!» Она так прыгает на нем. Он: «Шторм 6 баллов!» Она еще сильнее. Он: «Шторм 12 баллов!» Она прыгает на нем, что посуда вокруг бьется. Она: «Товарищ капитан, можно вопрос?» Он: «Да, конечно!» «Товарищ капитан, мне кажется, вы не в ту бухту вошли!» Он: «В такой шторм! Пофигу! В какую!»